это был других или нет. То есть это просто у меня работает, что Node.js такая прикольная штука, игрушечка такая. То есть, вот, то есть как бы серьезно эта штука с технологией не воспринимается практически никем. А, ну да, вот про это я уже, собственно, рассказал, забыл слайд переключить. И вот как это отразилось на Tectum, это то, что уже на сегодняшний день есть Node.js 0.6.7. А, уже 13? Тем более. Я просто не слежу за новыми, потому что меня сейчас беспокоит только 0.4. Потому что сам как бы Tectum, то есть сам вот этот код Tectum-овский, да, то есть он уже готов к 5, он уже готов к 6, но те модули, которые используют Tectum, не готовы. И если взять новые версии модулей, которые, вот этих же модулей, которые используют Tectum, их более 30, там вот этих зависимостей, на которых построены, это вот если проводить параллель, то вот эти гэмы, да, которые в Ruby, то есть такие пэкэджи, да, то вот эти новые пэкэджи, да, то есть как бы большинство людей переписали свои пэкэджи для поддержки 0.5. А 0.4 и 0.5 очень сильно отличаются, чтобы вы понимали, там в некоторых аспектах очень сильно. Нужно переписать пол Tectum'а, потому что пол Tectum'а использует вот эти модули. А у этих модулей поменялся API, и все. То есть там... Это не представляется сейчас реальным вообще, поэтому Tectum работает до сих пор на 0.4.12. Кстати, более-менее стабильно. Ну и то, на чем, собственно, я хотел бы закончить. Вот хотел немного потроллить Node.js создателей, они пишут, что из-за того, что ничего не блокируется, менее чем эксперты могут разрабатывать быстрые системы. То есть мы типа такую штуку изобрели, и все, любой Вася сейчас напишет мне на самом деле хуже всего. Любой Вася сейчас напишет супербыструю систему. Мой вывод это то, что для того, чтобы разработать быструю систему, нужно быть реальным экспертом. Потому что те нюансы, в которых ты сталкиваешься с Node.js, это те нюансы, которые ты тупо не поймешь, если у тебя нет там куча лет опыта с низкоуровневыми системами. То есть ты просто даже не поймешь, что такое event loop. А как бы они подразумевают то, что не нужно понимать, что такое event loop. Нужно просто там, ну, типа писать, оно как-то получится. То есть что-то получится, если да. То есть если ставить 10 пользователей, то как бы никаких проблем не будет. Тогда зачем Node.js? То есть возникает тогда вопрос, да? То есть его позиционируют как супербыстрый, резкий, как бритва, там, технологию для реализации сервисов. То есть мой вывод это то, что Node.js, да, то есть это такая прикольная игрушка, у нее есть хорошее будущее, но как бы ей нужно пройти еще там, не знаю, там целый ряд этапов эволюции, да, для того, чтобы стать чем-то серьезным. И в случае Tectum'а, да, то есть мы могли себе это позволить, мы могли там поэкспериментировать, но как технология с точки зрения бизнеса она себя не оправдала, потому что технология должна решать бизнес-задачу, а не препятствовать решению этой задачи. То есть в нашем случае, да, я получил кучу удовольствия, получил много интересного опыта, но Tectum мог бы сделаться там в 3 раза быстрее, если бы он делался там на том же PHP, там Ruby, ну в моем случае PHP или Ruby. Вот так. А, и плюс? Да. Или Ruby, да. Помимо этого, вот еще есть технологии, которые, ну, просто выходят за рамки этого доклада, но если у вас есть вопросы по ним, то есть это те вещи, которые используются в Tectum помимо Node.js, и это те вещи, которые тоже имеются ряд нюансов, о которых я тоже могу с удовольствием рассказать, если кому будет интересно. И вот из этого слайда я хочу сказать только о Redis, потому что это самое прекрасное, с чем я встречался вообще за всю свою историю разработки. Ну, то есть понятно, что это как бы сегмент как бы баз данных, да, то есть там языки и баз данных с языками нельзя сравнивать, но все равно это самое приятное. И Redis выполняет очень много функций в Tectum, и выполняет их просто идеально. Это единственная технология, с которой у меня вообще такого проблем не было, никаких никогда. Вот, то есть посмотрите на этот списочек, если кому-то будут интересны какие-то нюансы, просто помните и знайте, что у меня можно и не спросить. Ну, собственно, все. Спасибо вам за внимание. Вопросы? А вот там в первом слайде был...
сверщики get посылать, да? Get там слэш, да. Другие методы поддерживаются? Да. Просто. Да, конечно. То есть все, что поддерживает Sinatra, плюс свой метод дописать, это типа из серии app.myMethod равно... То есть, как бы, да, то есть поддерживаются все, которые нужны, плюс даже очень ненужные. Я там обнаружил для себя, что оказывается, вот это такой стандарт есть, еще там десяток методов, которых я даже никогда не слышал. То есть, вот, поддерживаются. Насчет ивентов на клиенте, можно ли там свои линки делить? Да, да, то есть у Node.js на клиенте. Ну, так, в смысле, на Node.js. Да, то есть на Node.js есть как бы родная реализация Event Listener. Можно как бы отнаследовать от этого Event Listener там свой любой классик и к этому объекту там любые всякие штуки делать, там триггеры, print, там классическая реализация, там похожая так, как jQuery, например. Если бы сейчас писался так тул, то не надо, да? Ну, скорее всего, да. Ну, то есть, как бы я то, что я хотел узнать, то, что я хотел получить, я получил. То есть это вот этот experience, интересность нестандартной технологии. Вот, то есть, если бы я еще раз что-то делал, ну, на Node.js просто я не вижу смысла не из-за того, что он там плохой, да, а из-за того, что я просто уже наигрался, да. А как бы как серьезная технология, то есть, если бы мне сейчас пришли, дали стока и сказали, слушай, тут серьезную штуку, я бы Node.js в последнюю очередь выбрал, потому что это нестабильная технология. А кто за это платит? Ну, можно сказать, сами. А можно пару слов о тексту? Потому что я, например, первый раз услышал. Ну, это вообще с латыни. То есть с латыни это прикосновение. Имеется в виду такой скрытый смысл того, что каждый писатель может прикоснуться к своей аудитории через как бы определенный механизм корреляции интересов. А попроще? Это техническая конференция, я просто не могу проще. Ну, да, там на сайте на самом деле все написано. Устанавливаешь гемчик. Да. На сайте написано, что пользователи недовольны скоростью. А у меня вопрос, там ты говорил о тысячах часах, просто интересно, сколько кода ты успел нафигачить. Ой, дофига. Если в строках кода, ну как много приходится написать, чтобы... Ну, если так, чтобы именно тебе было понятно, где-то три раза больше, чем на Ruby. Еще такой вопрос. Насколько процессы выполняются в файбах или в процессах? То есть я так понимаю, что весь эффект асинхронности в принципе ушел? Нет, он как бы частично остался, скажем так, Fiber сразу в два медленнее, чем нативная реализация, если этой нативной реализацией именно супер круто уметь пользоваться. То есть, как бы, если ты эксперт как бы на Node.js, ты пишешь супер-мега правильный нативный код, да, то ты можешь написать в два раза быстрее, чем Васин, используя Fiber. Ну, хорошо, допустим, вот если сравнивать под текущую реализацию, то есть мне просто интересно понять, были ли полностью убиты фичи Node.js? Ну, скажем так, полностью убиты фичи Node.js были не тем, что используется Fibers, а тем, что на нем написалась блок-платформа. И если бы не использовался Fibers, я не думаю, что Tecton стал бы быстрее. Может быть, процентов на 5, на 10 максимум. Ну, то есть, как бы, я не могу точно сказать, но это мои как бы интуитивные ощущения. То есть, да, как бы частично убиты, но, ну, как бы, очень частично, типа там, на 5-10%. Можно вопрос? Да. То есть я правильно понимаю, что каждый вызов обработки функции порождает новый системный поток в процессе? Нет. Нет. Своя какая-то диспетчеризация устроена внутри Node.js? Node.js имеет как бы... работает на основе event loop. Что такое event loop? Это цикл. То есть Node.js процесс крутится постоянно в цикле. Каждый асинхронный вызов попадает в пул. Реализация этого пула, это уже зависит от операционной системы. То есть libgf, может быть, там еще какие-то. И вот этот пул, это уже и есть пул вот этих вот системных потоков. Да? То есть их может быть там 10, 20, 100. И вот в этих системных потоках как раз происходит вся асинхронность, которую Node.js от нас от нее абстрагирует. Да? Если, там, например, файл прочитался, приходит событие,
это событие кладется в вот в этот цикл, на следующий виток этого цикла, в определенную очередь, из которой этот цикл в каждом своем витке запускает в этой очереди эти колбеки. Колбеки, которые ну, там, сигнализируют о приходе какого-то события. Ну это так очень просто. Ну, а если мы, получается, помещаем для одного пользователя в один файбер вот этот пункт, то получается то же самое синхронный поток. Ну, синхронный поток в рамках этого пользователя. Да, но... Он же колбеки пойдет в ту же очередь, потом выгребается в той же очереди, то есть почти то же самое, что вызвать его. Fibers ничем не отличается от нативной реализации, кроме того, что тот код, который ты видишь, выглядит синхронно. Это если так совсем просто объяснить. Низкоуровнево он работает по такому же принципу, по которому работает родной event loop. За исключением там, одного нюансика. Ну, он вообще незначительный. Этот нюансик это из серии там, просто посмотреть еще там, дополнительно там, fiber структуру. Такой вопрос. На высоком уровне мы можем рассматривать программирование на Node.js с точки зрения вызовов такую бесконечную матрешку, из которой мы никогда не возвращаемся назад. Правильно? Да, да. Возвращаемся на самом деле только в случае, если не остается колбеков и не остается таймеров никаких. Ну, это вот как бы вот финализация. То есть Node.js процесс Node.js завершается в случае, если на следующем, на очередном витке event loop, оно смотрит, и все очереди пустые, и нет ничего, чего можно ожидать. Никакого таймера, никакого тайм-аута, никакого там, потока ввода-вывода, с которого мы ждем ответа. Ну, тогда наш процесс завершается. То есть это даже не возврат, а просто окончание работы? Да, да, это и есть как бы окончание работы. Ну, сервер вяжет? Нет, просто процесс выйдет. Ну, то есть если мы, например, создадим элементарный файлик и напишем там set interval, там callback какой-то туда, вот внутри этого callback console.log, там hello, да, и интервал сделаем там 100 миллисекунд, он каждые 100 миллисекунд будет выводить вот это, и он будет выводить бесконечно, потому что интервал это бесконечно. Как только мы вызовем clear интервал, интервал пропадет, процесс выйдет, потому что ему уже нечего делать. А, соответственно, если мы запускаем HTTP сервер, то это как бы сокет ввода-вывода, который слушает, когда всегда ждет соединение. И процесс никогда не завершится. Завершится только в случае, если мы этот сервер шатдаунит. Мы его закроем, сокет закроется, но Node.js на следующем витке посмотрит и увидит, что ему нечего уже ждать. Он выйдет. И еще один момент. То есть вот понятно, что такой как бы на Node.js не самый удачный вариант. А вот какая бизнес-задача была бы самой удачной при реализации на Node.js на данный момент? Ну, я говорил об этом вкратце. То есть есть действительно удачные реализации, и в основном это всякие тулзы, то есть тулзы сетевые. А именно, то есть, например, это могут быть какие-то пауки. Например, да, то есть у нас есть там миллиард ссылок, и мы хотим очень эффективно, там, используя там, не знаю, Amazon, использовать эти ссылки для того, чтобы парсить инет, там, да, и делать это супер-супер-мега эффективно. То есть, если эту задачу, например, решать на том же PHP, то Node.js просто уделает PHP по всем параметрам, и это, наверное, лучший способ это сделать. Это то просто есть... сейчас вот работает реально. Да. Да, то есть это как бы супер-классный use case для использования Node.js. По причине того, что нет пользователя, который заходит, коннектится на этот Node.js, там что-то ломается. Да? То есть это system tool, это background. И в этом случае Node.js это очень классный use case. Плюс, да, то есть у меня много на самом деле примеров того, как разные господа применяли Node.js. То есть у меня есть знакомый, который пишет онлайн-игру и сталкивается там с определенными нюансами, в принципе, у него как бы Node.js выполняет роль как бы такого сервера состояний. На самом деле, то есть я ему предлагал это делать на Erlang'е, он как бы сначала начал это делать на Erlang'е, потом понял, что для того, чтобы делать более-менее что-то адекватное на Erlang'е, нужно вообще себе мозги вывернуть наизнанку. И решил, что ну как бы окей, лучше давай на Node.js это будем делать, окей, он менее стабильный, но типа зато там можно на нем что-то делать.
И в принципе задача решается тоже. То есть это тоже реалтаймовая задача. Есть там игра, там представить себе браузер, там куча игроков, есть состояние, нужно как бы постоянно сигнализировать, что там игрок такой-то переместился куда-то, да. То есть это все как бы происходит вот в этом вот процессе в реалтайме на Node.js. И в принципе оно выполняет свою задачу. То есть для реалтайма оно классно подходит. Для таких вещей, которые, ну, то есть Tectum, ну, наверное, процентов 5 или 10 вещей, фишек в Tectum, которые, ну, как бы, прикольно реализовались на Node.js, именно подошли, да. Все остальные можно было бы на любом другом языке писать, и Node.js здесь вообще не панацея. Сложно писать отдельный сервачок на логи, который будет обрабатывать. Ну да, да, то есть на самом деле вот предыдущий проект Event, там так и было сделано. То есть он был написан на PHP, а часть вещей, то есть обработка бэкграундной очереди была написана на Node.js. Node.js классно выполняла вот эту вот задачу. А как бы в качестве фронта боевого сервера, это такое, это очень сейчас сомнительная штука. Скажи, пожалуйста, а Tectum планирует ли вместо коммита использовать, допустим, веб-сокеты? И сопряжено ли с этим какие-то... Он использует. То есть коммит — это как бы парадигма, а веб-сокет — это уже транспорт. То есть да, он использует веб-сокет сейчас как транспорт, он может использовать long polling, он может использовать флеш-сокет, то есть он адаптируется в зависимости от возможности браузера. А реализация коммит на Node.js, вот эта беседа, она умеет работать со всеми вот этими транспортами. И в том числе и с веб-сокетом. Какая аудитория у Tectum? Когда наступает хабро-эффект? Это тысяча пользователей. Когда статью напишем. На последней статье сколько там? Ну, в основном, то есть, с всяких там, типа, я пиарю статей, заходит, ну, там, до 2-3 тысячи может зайти, там, за первые несколько часов. Все, потом оно сразу спадает. Первый вот такой самый, наверное, серьезный был, это к нам зашло, по-моему, 1007 человек за там пару часов. И, ну, как бы, если бы к этому подготовиться, просто к хабро-эффекту невозможно подготовиться. К нему нужно готовиться в момент самого хабро-эффекта, потому что ты не понимаешь, к чему тебе готовиться. Не понимаешь, что именно упадет, что именно. То есть вот эти вот сервисы, которые мы там знаем, которые там выдерживают бешеные нагрузки, это не просто они там удачно спроектированы, они спроектированы именно опытным путем. Именно путем того, что да, есть нагрузка, и мы видим проблемы, мы знаем, что с ними делать. Поэтому Tectum, как бы сейчас он довольно неплохо оптимизирован, ну, сейчас там у него в данный момент нагрузки вообще нет. Да? Нагрузки появляются, когда пишется статья на хабр или там рассылка, и мы это всем пользователям существующим о том, что вот зайдите, вот, классная штука. Вот. Но под эти нагрузки свои текущие он очень хорошо оптимизирован из-за того, что уже был как бы определенный опыт и самое как бы серьезное пока уже поубираем. Ясно. Yes. Ребят, у нас 11 часов уже. Спасибо за... Вопрос, даже не вопрос, а такое как бы наблюдение. Там, когда анкетки заполняли, один чувак написал в разделе, какие статьи ему интересны. Он написал, интересно все, кроме Синакры. Вот. Я думаю, на самом деле мне не очень интересно, кто это. Мне интереснее, если бы этот чувак изменил свое мнение и подумал, да, прикольно, там надо будет посмотреть, почитать, попробовать. Это был ты, его на тёмную сторону или маленькую? Да, сейчас у нас кофе-брейк, 15 минут. Кухня находится там. Если вы